Таиланде отменили концерты комика Максима Галкина, которые должны были состояться 24 и 25 января. Об этом сообщают Росми, ссылаясь на источник в местной развлекательной индустрии, и отмечают, что выступление артиста отменили, поскольку власти Таиланда весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены. Тем временем телеграм-канал «Можем объяснить» пишет, что концерт Максима Галкина в Таиланде якобы отменили по просьбе генерального консула Российской Федерации в стране Владимира Соснова. Телеграм-канал «База» отмечает, что с сайта артиста уже убрали возможность покупки билетов на эти выступления. В то же время источник МАШ сообщает, Галкина якобы оштрафовали в Объединенных Арабских Эмиратах почти на 2,5 миллиона рублей. По информации телеграм-канала, поводом для этого стали высказывания комика о России и Украине на одном из концертов в Дубае, который прошел в 2023 году. Героям слава! Дубайская опера отсюда выставят. Меня попросили, чтобы это был не митинг, а концерт. Поэтому помним, смеемся. Отметьте, Максим Галкин осуждает войну в Украине с первых ее дней. Более того, он вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехал из страны агрессора. За границей Галкин давал концерты, а часть вырученных денег передавал украинским беженцам. Когда миллионы украинцев теряют свой кров, теряют свои дома, вынуждены покидать свою родину, не имеют средств к существованию. Поэтому я решил часть денег, которые я заработаю на концертном туре в Израиле, перечислить в помощь беженцам. Российские власти, в свою очередь, признали Максима Галкина иностранным агентом. После этого Алла Пугачева обратилась к властям России и предложила признать иноагентами ее, ведь она солидарна со своим мужем.